3 года назад я сделал это, считая, что мне лишь чуть-чуть не хватило, дабы повторить стиль моего любимого мультсериала. Но время шло, и я все больше погружался в мысли о том, как бесконечно далек я от того совершенства, что мы видели на экранах. И знаете, мне теперь не важно. Не важно и то, насколько сильно я приблизился к финальной точке. Главное, насколько далеко я отошел от стартовой. С самого начала мой канал учился вставать на ноги и полноценно ходить. Что ж, теперь кажется, я умею ходить, но хочу бегать. Это мой аккаунт запрещенной соцсети, и я хочу кое-что начать. Вы со мной? И да, что скажете о рисунке?